Всем привет! С вами Лара Шум, актриса кино и коуч по актерскому мастерству. Сегодня хочу вам показать весьма любопытный мой эксперимент. Дело в том, что я снимала пробы, я их прошла и тем самым получила роль в проекте «Чикатило 2», где играла тетю Таню, но здесь произошел весьма интересный случай. Мой агент выслал мне пробы, но не сказал, какой это проект. Прочитав сценарий, я подумала, что это очень хорошая комедия. И сняла пробы как комедийная актриса. Смотрите. Кто? Костя, ты что ли? Напугал. Ты чего тут? Тебя чего, Лена выгнала? Кто виноват? Это хорошо, что признался. А ну давай вон, бери, а то у меня все руки оторвало. По дороге расскажешь, что там с Леной натворил. У меня борщ. Голодный небось. Костик, ты опять там меня пугаешь? Я так и знала, что он что-то натворил. Должен быть дома. Отправила эти пробы своему агенту, и тогда он мне сказал, что это Лара, это драма. Хорошо, и я сняла уже второй вариант проб, через который я и получила роль тети Тани в Чикатило. Смотрим. Кто? Костя, ты что ли? Ой, напугал меня. Ты чего тут? Чего тебя Лена выгнала? Кто виноват? Хорошо, что признался. Давай сумки возьми, а то у меня все руки оторвало. Пойдем, заодно расскажешь мне, что с Леной натворил. У меня борщ есть. Голодный, небось. Костик, опять ты меня пугаешь, что ли? Я так и знала, что он что-то натворил. Должен быть дома. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и добро пожаловать ко мне на обучение, друзья мои. Именно со мной вы точно начнете сниматься в кино. Ведь я снимаюсь в кино, а значит и ты будешь тоже сниматься в кино. Я знаю все подводные камни.